Политех в Абае. Сегодня ректор Карагандинского государственного технического университета встретился с абайскими школьниками. Арстан Газалиев провел профориентационную работу с будущими студентами, а также подписал меморандум о сотрудничестве с акиматом Абайского района. Айда Ибраева подробнее. КРГТУ является одним из крупнейших технических вузов Казахстана. Выпускниками университета в разные годы были видны государственные и общественные деятели, и даже первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Сегодня мы вот по 38 специальностям бакалавриата, по всем этим направлениям приехали специалисты и детям расскажут, что эти специальности из себя представляют, значит, как они будут учиться, какие будут им созданы условия. И главный вопрос по получению высшего образования, где они смогут работать. По словам ректора Арстана Газалиева, многие выпускники вуза сегодня являются профессионалами своего дела не только в Казахстане, но и за рубежом. На встречу с будущими студентами приехали выпускники КРГТУ Александр Смолькин, профессор из Москвы, и Татьяна Кацали, которая живет и работает в Канаде. Годы университета – они одни из самых приятных лет в жизни, потому что они наполнены энтузиазмом, они наполнены общением. И хочу, чтобы вы, делая свой выбор, сделали правильный выбор. Нашли то, что вы ищете, и чтобы вы повышали свою квалификацию в нужном месте. Еще одной целью рабочего визита стало подписание меморандума о сотрудничестве с акиматом Абайского района. Документ предусматривает сотрудничество в области образования и подготовки кадров. По словам ректора КРГТУ, свою поездку делегация не зря начала именно с Абайского района. Кадры вот такого технического направления, они очень востребованы. И я думаю, что здесь, в городе Абай, появятся новые направления развития промышленности. То есть я вижу большую перспективу, и то, что мы начали, собственно, вот такой поездки по регионам, начали с города Абай, я думаю, что это знаменательно. Сегодня КРГТУ является одним из передовых технических вузов. На базе учебного заведения создан первый в Казахстане инновационно-образовательный консорциум «Корпоративный университет». Здесь существует 9 профильных институтов, которые ведут подготовку бакалавров по 38 специальностям, магистров по 25, докторов PhD по 4 специальностям. Подробно о специальностях и условиях обучения в вузе рассказали директора кафедры университета. Главное – сделать правильный выбор, считает Арстан Газалиев. Выпускникам я хотел бы сказать, что удачный выбор профессии – это большое счастье для человека. Я хотел бы пожелать им, по крайней мере, этого счастья и больших успехов во всем. Аида Ибраева, Боржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.